Праздничная программа, посвященная женщинам краснолучья, состоялась 6 марта во Дворце культуры имени Ленина в преддверии Международного женского дня. Присутствующим в зале дамам дарили настроение весны и праздника. Сцена превратилась в музыкальную кухню. Ведущие сменили праздничные фраки на куртки шеф-поваров и в шутливо-задорной форме проводили праздничное гурман-шоу. Меню, которое представляли участники, сопровождалось вокальными, хореографическими номерами и юмористическими постановками. Это шедевр молекулярной кухни. Между прочим, очень модное нынче направление. Рекомендую попробовать. Поподробнее. Поподробнее, да, пожалуйста. Ты ж смотри. У меня уже щеки опали, как листья с яйцами. Слушай, ну вот выполни мое последнее желание. Покажи, как курица в морозилке лежит. Слушай, ну я уже 100 раз показывала, ну сколько можно? Так мне уже недолго осталось. Ну покажи последний раз, а. Курица в морозильнике лежит вот так. Ты одна, такая ты одна. Для тебя поет душа моя. Отогрело сердце без огня. Я тобой лишу, любовь моя. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. Одной молдаванкой Терезы обожаю с Костю моряка. Тут у нас... Стоп! Подожди, да ты что? Не-не-не, стоп, подождите минуточку, стоп. Куда вы мне наваливаете этот пищевой конвейер? Так аппетит приходит во время еды, так и да. Знаете что? Вот это хотите на привоз, купите там селедку и морочьте ей голову. А для вас, милые дамы, тетя Соня имеет на ваш праздничный стол свое фирменное блюдо, фаршированную рыбу. Это просто цимис. На протяжении всей программы виновницы торжества одаривали артистов громкими аплодисментами, а сами заряжались праздничным настроением. Новости телеканала «Луч».